Наша компания пришла на эту территорию в 2006 году. Тогда здесь было просто пустое поле, ничего абсолютно не было. И задача была построить производственные цеха. Встал вопрос, а при помощи какой техники все это делать? Пытались вначале арендовать какую-то технику, но столкнулись с тем, что партнеры были необязательны, и техника была недостаточно нужного нам качества. Поэтому владельцы приняли решение приобрести экскаватор-погрузчик «Катерпиллер».